2,5 миллиона лет назад наши предки преодолели мозговой Рубикон, вес мозга 700 грамм. Первый представитель нашего рода – Homo habilis, человек умелый. Он назван так неспроста. Люди умелые первыми стали изготавливать каменное орудие труда. Пусть это были примитивные чопперы, сделанные из гальки несколькими ударами, но это были настоящие орудия. Ими можно было резать мясо, строгать дерево, обороняться от хищников и убивать добычу. Человек стал вооружен. Люди окончательно простились с древесным прошлым. Равнины манили вперед. Не с тех ли пор у нас в крови любовь к открытиям и приключениям? Мир был опасен, но разум позволял преодолевать трудности. Не сила и агрессия, а ум. Вот что стало опорой первых людей. Череп человека умелого внешне еще очень похож на череп австралопитека.